На 5. Я покажу, как в домашних условиях очень быстро, очень просто и, главное, безопасно научить ребят делать страховки. Он, на самом деле, этот навык очень естественный, то есть он ложится очень быстро. Давайте начнем. А первое, что должны выучить ребята, это простой, самый элементарный перекат. Они падают, садятся и делают элементарный перекат. Первое. Значит, ложимся так, локти ставим плотно и делаем перекат. Раз. Сюда. Два. Сюда. Коленки, локти, перекат на бочок. Оп, сюда и обратно. Оп. Старайтесь локти ставить вот так. То есть где плечи, там и локти, да? Так широко неправильно. Напротив лица тоже неправильно. Можно упасть и об свои же руки ударить лицом. Неприятно. Три. Встали. Раз. Два. Вот и все. Четыре. Раз. Прыгнули. Два. Сели. Три. Локти 4, перекат. Сюда. Раз. Два. Три. Получается, что со временем дети сами начинают объединять это движение. Делают уже так. Это нам и нужно, на самом деле. И вот, покажи. Давай. На 5. Взяли мягкую игрушку какую-нибудь. Что-то мягкое, чтобы если вдруг они упадут, ну, чтобы было не больно. Вот сюда кладем. И теперь они просто через нее перепрыгивают. Перепрыгнули. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот и все. Мы имитируем полностью эту ситуацию. Что они приземляются и должны среагировать сразу. Сенсей Егор, давай. Хорошо, еще. Сенсей Егор, стой. Итак, мы выучили самую первую страховку. Еще раз говорю, она не столько относится к айкидо, например. Да? Она больше такая бытовая, прикладная, но это вот именно то, что нужно. Ребятам самое главное, что она учится очень быстро, она максимально естественна, она максимально проста. Подписываемся, дальше, соответственно, у нас будут следующие упражнения.